Саруман направил все войска Изенгарда на штурм Хорнбурга, города, расположенного в теснине Хельма. Несметная армия приближалась к цели, сметая все на своем пути. Арагорн, Гимли, Леголас готовились встретиться с врагами в бою. Леголас, что видят в этом мраке твои глаза? Я почти ничего не вижу. В воздухе словно висит странная дымка. Эта ночь душная и темная, как никогда. Словно кто-то укрыл землю саваном. Ха! Дайте-ка мне парочку орков! Мрак не защитит их от моего топора! Мы знаем, что враг уже в пути и вскоре нападет на нас. За западными воротами находится стена Хельма. Скорее всего, орки попытаются прорвать нашу оборону именно здесь. Гимли, думаю, здесь твой топор пригодится как никогда. Леголас, займи место за спиной Гимли и стреляй в любого орка, который попытается здесь прорваться. Я останусь здесь и буду защищать главные ворота. Что? Вперед! Да, командир, как прикажешь. Тебе нужен именно я? Готов. Мудрый план. Легкий путь. У нас появилось дело. Готов. Легкий путь. На нас напали. Тебе нужен именно я? Мечник готов к бою. На нас напали. Мой топор сам рвется в бой. На нас напали. Готов. Терпение. Немедленно. Дайте мне сюда орков. Сейчас на нас напали. Гномьей стали. На нас напали. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Дайте мне сюда орков! Сейчас на нас напали! Гномьей стали! Я даю тебе клятву. Мы идем. Тебе нужен именно на я? На нас напали! Мой топор сорвется в бой! На нас напали. На нас напали. На нас напали. На нас напали. На нас напали.
Мой топор сам рвется в бой! На нас напали! На нас напали! На нас напали! Гатар! На нас напали! На нас напали. Тебе нужен именно я? Воистину. На нас напали. Дайте мне сюда орков. Сейчас они отведают гномьей стали. На нас напали. Задание выполнено. На нас напали. На нас пойдем. Напали. Пойдем. Пойдем. На нас сейчас. Напали. Вперед. На нас напали. Готов! На готов. Нас напали! Мой топор сам рвется в бой! На нас напали! Изложи свое дело! Ты уверен? На нас напали. Гимли здесь. Я последую. На нас напали. Мой топор сам рвется в бой. На нас напали. Что? На нас напали. Гимли здесь. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Мой топор сам рвется в бой. На нас напали. Изложи свое дело воистину. Готов. На нас напали. Готов! Задание скажи, выполнено. Ты думаешь, друг? Чего желаешь? Мудрый план. На нас напали. Что?
На нас напали. На нас напали. Гимли, нам не удержать стену. Мы должны отступить. Ага! Бежите! Ага, думаю, мне будет легче рубить орков, если я встану спиной к стене. Я даю тебе хлеб. Здесь какая-то хитрость. Берегись. Чего желаешь? На нас напали. Воистину. Воистину. На нас напали. Воистину. Мой меч защитит тебя. Дайте мне сюда орков. Сейчас они отведают гномьей стали. Выбирай скорее. Берегись. На нас напали. Да. Изложи свое дело. Изложи свое дело. На нас напали. На нас напали. На ваших союзников напали. На нас напали. На нас напали. На нас напали. На нас напали. Давайте сюда своего короля. Мы воины Урукхай. Если он не выйдет, мы вытащим его из его норы. Тащите сюда своего трусливого короля. Король приходит и уходит, когда пожелает. Уходите, и вы избегнете зла. Вниз! Не то мы пошибаем вас со стен! Мне осталось сказать только одно. Никому еще не удавалось взять Хорнбург. Уходите, иначе пощады не будет. Не останется никого, кто смог бы доставить на север вести о вашем поражении. Ты сам не ведаешь, как близок к гибели. Здесь какая-то хитрость. На ваших союзников напали. Скорее.
Ты волен решать сам. На ваших союзников напали. Неужели ты боишься? Достойное решение. На нас напали. На ваших союзников напали. На нас напали. Да. Мы должны стоять насмерть. Здесь какая-то хитрость. На ваших союзников напали. Мы должны стоять насмерть. Да. Да. У нас появилось дело. Мы должны стоять насмерть. На нас напали. Да. На ваших готов. Союзников напали. Выбирай скорее. Твой меч защитит тебя. На ваших союзников напали. На ваших союзников напали. На ваших союзников напали. Неужели ты боишься? Мы должны стоять насмерть. На ваших союзников напали. Я даю тебе клятву. Мы идем. Мы идем. Тень растет. На ваших союзников напали. На нас напали. Чего желаешь? Немедленно. Воистину. На ваших союзников напали. Немедленно. Ты уверен? Хорошо. Хорошо. Скажи, о чем ты думаешь, друг? На нас напали. На ваших союзников напали. На нас напали. Готов. Мудрый план. На ваших союзников напали.
Ты уверен? Мудрый план. Мудрый план. Изложи свое дело. На ваших союзников напали. Да, готов. Тебе нужен именно я? На нас напали. С меня довольно. Я больше не стану трусливо прятаться за стенами. Я не желаю сгинуть здесь, как старый барсук в ловушке. Когда взойдет солнце, я поскочу навстречу врагу. Мы сумеем пробиться или погибнем. Но так, что и о смерти нашей станут слагать баллады. Если останется кому петь о нас, станешь ли ты сражаться рядом со мной, о сын Араторна? Я останусь с тобой до конца. Напали. Здесь какая-то хитрость. На нас напали, на ваших союзников напали. Смотрите! Гэндальф возвратился! Задание выполнено. На нас напали! Гэндальф, к вашим услугам. Здесь какая-то хитрость. Я тороплюсь! На нас жизнь напали! Жизнь за Рохом! Пойдем со мной. Разумеется. Держись нашего плана. Мой меч защитит тебя. На нас напали. На нас напали. На нас напали. Скажи, когда? На нас напали. Я всадник Рохана. За Рохан! На нас напали. На нас напали.
Я готов! Я готов! На нас напали! Вперед, эорлинги! Я готов! На нас напали! Мы готовы! На нас напали! Мой меч защитит тебя! Я исполню эту просьбу. Мой меч защитит тебя. На нас напали. На нас напали. На нас напали. На нас напали. Мы должны стоять насмерть. На нас напали. На нас напали. Нас напали. На 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 нас напали. Что ж, отличное приключение. В самом деле, держись нашего плана. Держись нашего плана, разумеется. Дорога перед нами. Поторопись. На нас напали. Отличное приключение. Дорога перед нами. Держись нашего плана. На нас напали.
Что ж, дорога перед нами. В самом деле. На нас напали. Говори, друг. На нас напали. Гэндальф, к вашим услугам. Отличное приключение. На нас напали. Чего желаешь? За мной! Доктор! На нас напали. Готов. Мудрый план. На нас напали. Изложи на свое нас дело. Напали. Вижу врага. Как и предсказывал Арагорн, врагам не было пощады. Ваш враг повержен. Гэндальф подоспел как нельзя вовремя. Люди Рохана были спасены, а силы Сарумана разгромлены. И несмотря на то, что угроза еще висела над Средиземьем, победа в теснине Хельма вернула людям надежду.